Это в счет 500 рублей. Джиджи! Джиджи! Джотаро! Не лезь! Он тебя сожрет! Джотаро! Секрет Станда Дио! За Вардо! Это время! За Вардо! За Вардо! Пол шестого, дед! Дед? Дио! Блять, зачем? Позже впитаю деда, чтобы продлить остановку времени моим стандом за Вардо! За Вардо. Почему сейчас не впитаешь? Кого? Деда? Твоего деда больше нет, Джотаро. Я убил его своим стандом за Вардо! Мой Завардо способен останавливать время! Я думал, способность твоего станда двигать пальнорефа по ступенькам. Подожди, не говори мне, что ты... Дам тебе шанс. Если хочешь стать моей подстилкой, спустись на две ступени вниз. И если же хочешь умереть, поднимись на две ступени. Ясно, ясно, пальнорев. Спустился. Значит, хочешь стать моей подстилкой? Какого? Эскалатор в башне? Это не эскалатор, пальнорев. За Вардо! За Вардо! Это просто сила моего станда. За Вардо! За Вардо! Время. Хо-хо. Снова спустился, пальнорев. Я точно уверен, что поднялся на две ступени. Неужели твой станд? За Вардо? За Вардо. Ты, блядь, тупой? С первого, сука, раза не мог понять, что тебе не забраться по ступенькам мне. За 5 секунд нужно успеть добежать к тебе вниз по лестнице, перенести твою французскую тушу на 4 ступени вниз, вернуться вверх по лестнице и стать, сука, в позу, как будто ничего не произошло. Нахуй я вообще этим занимаюсь? Тебе кажется это смешным? Смейся, пока можешь, Джотаро. Не смешно. За Вардо. И я решил не сдерживаться в сражении с потомками Джостера и сразу их убивать! За Вардо! Токива Тумаре! Теперь тарадословная Джостеров наконец прервется. Как они меня бесят, Джостеры! Ебучие Джостеры, единственный враг, ворвавшийся в мою судьбу! Прощай! Он сейчас пошевелился? Почесал ебало или же... Мне просто показалось... Может меня видеть? Время вышло. Можешь меня видеть? Я спросил, можешь ли ты меня видеть, Джотаро? Кто знает. Сейчас могу. Сейчас нет. Сейчас могу. Такая. Джотаро! За Уардо Томаре Токио! Даже если ты можешь видеть меня в мире Дзавардо, тебе это не поможет. Как я уже говорил, я не буду сдерживаться в битве с тобой, Джотаро. Не буду поддаваться, тупить, саться приближаться к тебе. 1 секунда прошла. Так вот, Джотаро, не важно. Видишь ли ты меня в остановленном времени или нет? Я, Дио, сильнейший гомосексуалист, уничтожу тебя в одно мгновение. Не может быть! То есть, пиздец? Неужели станд одного типа? Что? Как ты мог ворваться восстановленным моим стандом за Варду время? Ты так много пиздел, что не заметил, как прошли твои 5 секунд. Как это не заметил? Я считал! Прошло только 2 секунды! Если после 15 минут пиздежа ты скажешь «прошло 5 секунд», это нихуя не значит, что прошло только 5 секунд. Дио! Я разгадал способность твоего стандо, и теперь он бессилен! Все-таки это было не управление ступеньками. Яр-яр, да за ему пухом. Рода-ролла-да! Рода-ролла-да! Ура! Ура! Ура!
одной причине, Тио. Ты долбоёб. Если бы мы были на Диком Западе и мерились членами, я бы сейчас сказал: доставай, посмотрим, кто быстрее. Бля, это была худшая победная речь. Как насчет посмотрим, у кого длиннее? Добей меня! Ну такая концовочка, такая. Заварда.